Всем привет! С вами Юлия и мой факультет рукоделия. В этом видео мы с вами продолжаем разбираться с вязанием на машине и рассмотрим начало работы, а именно рассмотрим три способа набора. Итак, поехали! Первый способ – это способ обвития. Сейчас я много иголок я брать не буду. Выставляем все иголочки в переднее нерабочее положение. Берем нить. Смотрите, вот хвостик нити, его опускаем вниз. А вверх у нас идет нить в нити направитель. То есть, как заправить ниточку, смотрите на моем канале. Есть отдельное видео. Итак, что мы с вами делаем? Заводим нить между первой и второй иглой. Обвиваем первую иглу. Далее заводим нить между второй и третьей иглой. Обвиваем вторую иглу. Заводим нить между третьей и четвертой. И так далее. Здесь мы у основания придерживаем вот эти петельки, которыми мы обвиваем с вами иголочки. И вот таким образом делается набор. Сильно затягивать петли, которые получаются у вас, не нужно, потому что машине будет сложно их провязать. Все, вот таким образом обвиваем все иголочки. Все, обвили последнюю иголку. Вот у нас нить идет. Сейчас мы пододвигаем каретку поближе и заправляем ниточку в нитеводитель вот сюда. Закрываем отверстие нитеводителя и можно начинать вязать. Далее мы смотрим настройки каретки, устанавливаем плотность вязания, которая вам нужна. Здесь у меня стоит на вязание лицевой глади или кулерной глади. Рычаги частичного вязания отключены, на нолях стоят, справа и слева есть такие рычаги. Все, можно вязать. Итак, первый ряд провязан, и пока здесь неудобно подвешивать грузики, поэтому мы с вами придерживаем петельки линейкой и выдвигаем все иголочки снова в переднее нерабочее положение. Это мы делаем для того, чтобы петельки наверняка провязались. Таким образом, мы с вами провязываем 3-4 ряда. Все, здесь уже можно зацепиться. Я достаю грузики и подвешиваю их к полотну. Все, дальше мы вяжем образец. Образец связан. Убираем грузы. Закрывать петли я не буду. Я просто убираю нить из каретки. Вот она у меня. Придерживаю ее здесь. Придерживаю образец. И срезаю полотно с игольницы. Нам главное оценить, как выглядит наборный край. То есть про закрытие петель мы с вами поговорим чуть позже. Итак, рассмотрим следующий способ набора. Набор цепочкой он называется. Также выдвигаем для удобства все иголочки в переднее нерабочее положение. И набирать будем при помощи нитеуловителя. Вот у нас ниточка уходит в нити направитель. И вначале мы делаем петельку. Так, как будто бы вязали крючком. Все, сделали первую петлю. Ее мы уводим за язычок петли уловителя.
Смотрите, петлю-уловитель подводим под иглы и заводим его между первой и второй иголочкой. Язычок должен быть открыт, петля у нас за язычком. Подхватываем ниточку и тянем ее, протягивая в первую петлю. Дальше снова заводим петлю-уловитель уже между второй и третьей иголочкой. Снова петлю проводим дальше, чем язычок, то есть за язычок. Захватываем ниточку. Вот видите, язычок закрывается и протягивает новую петельку в предыдущую. Снова поднимаем петлю-уловитель, уводим петлю за язычок, захватываем нить. И протягиваем. Вот таким образом делается набор. Сейчас я наберу все оставшиеся петли. Мы свяжем несколько рядов образец и потом сравним, что у нас получилось, какой наборный край у нас, как вернее выглядит наборный край в каждом из случаев набора. Все, мы с вами сделали последнюю петлю, и вот эту последнюю петлю, вот эту последнюю петлю надеваем на крайнюю иголку. Все, ниточка заправляется дальше каретку, в нитеводитель. Нитеводитель закрывается. Здесь пододвинем все красиво. Уберем все лишние ниточки, чтобы у нас нигде ничего не зацепилось. Провязываем. Точно так же я выдвину иголочки, чтобы они провязались у нас наверняка. Можно это делать линейкой. Можно придерживать рукой, линейкой выдвигать. Можно наоборот линейкой придерживать рукой, выдвигать иголочки. Как вам удобно. Все. Здесь уже есть за что ухватиться. Вешаю сюда крабики. И вяжу образец. Точно так же убираю ниточку из каретки и срезаю вязание. Сначала крабики сниму и срезаю вязание с игольницы. Итак, наборный край в этом случае выглядит вот так. Мы с вами набирали петли, и они у нас вот здесь вначале легли в косичку. Вот так выглядит этот набор. И следующий вид набора — это набор с открытыми петлями. Смотрите, мы при помощи вот этой линеечки разборной половину иголочек, то есть через одну, выдвигаем в переднее нерабочее положение. Для того, чтобы у нас получились открытые петли, нам еще понадобится бросовая ниточка. Мы берем какую-то контрастную нить, подходящую по толщине примерно к вашей пряже, которую вы будете вязать. И вот при помощи вот этой вот ниточки бросовой будем делать набор, начало набора. Бросовую ниточку мы заправили точно так же, как и основную, в нитенаправитель. Здесь мы заводим в нитеводитель в каретке ниточку, закрываем нитеводитель, устанавливаем все необходимые настройки. У нас здесь, значит, отключены рычаги частичного вязания, ставим необходимую плотность, здесь кулирная гладь, и включаем вивинговые щетки. То есть набор мы будем делать при помощи вивинговых щеток. Вот так вот они опускаются вниз, и смотрите, вот хвостик нити у нас прокладывается вот так вот сверху по иголкам.
потихонечку провязываем первый ряд. У нас получился такой хлипенький, я бы сказала, набор. Здесь придерживаем все петли линейкой и выдвигаем иголочки в переднее нерабочее положение. Так, провязываем второй ряд. Снова придерживаем все иголочки, все петельки, вернее, иголочки выдвигаем в переднее нерабочее положение. Таким образом, мы с вами сейчас провяжем несколько рядов. Все, здесь уже можно зацепиться и повесить грузики. Подвешиваем грузы. И вяжем несколько рядов бросовой ниточкой. Все, достаточно. Вивинговые щетки можно поднять. В принципе, можно было их поднимать уже после 3-4 ряда, тогда, когда мы вешали грузики. Но ничего страшного, если вы тут довяжете бросовой ниточкой до конца. Теперь мы убираем из нитеводителя, из каретки бросовую ниточку. И в каретку заводим уже нить основную. Вот смотрите, вот здесь вот хвостик нити, для того чтобы он у вас не потерялся, можно привязать к струбцине. Я об этом говорила. Струбцины — это у нас крепежные элементы, которые держат машину на столе. Там удобно привязать ниточку к самой струбцине, и она уже никуда не денется. Есть еще вариант, подвешивают прищепочки вот здесь, вот, чтобы ниточка не убежала. Потому что нити натяжители ее держат в натянутом состоянии, и она может выскочить. То есть либо придерживаем рукой, либо привязываем, либо вешаем здесь прищепку. Все, и провязываем первый ряд основной ниточкой. Здесь уже никаких дополнительных действий делать не нужно. У нас с вами уже вязание начато, грузики висят. Вяжем наш образец. Смотрите, что у нас получилось. Вначале у нас идет полотно бросовой нити, дальше начинается уже основная нить. И здесь нет никакого набора, то есть вот эти петли открытые. Для чего это применяется? Можно оставить открытые петли для того, чтобы, например, потом поднять их, какие-то детали связать. Возможно, связать планку. И смотрите, что сейчас мы можем сделать. То есть специально нужно взять бросовую ниточку контрастного цвета для того, чтобы у нас вот здесь вот очень хорошо были видны вот эти вот петли первого ряда. Я беру декер одноушковый и с его помощью вот нахожу первую петельку, подвешиваю ее на первую иглу. Соответственно, следующую петлю на вторую иглу и так далее. Мы поднимаем все петли, которые у нас сейчас держатся на бросовой ниточке. И их очень хорошо видно. Когда вы сами начнете это делать, вы увидите, как они хорошо видны. Так, мы поднимаем каждую петлю первого ряда. И вот здесь вот, вот в этом месте, крайняя петля, вот здесь вот сбоку она узелковая получилась. Все, все петельки подняли. Прижали здесь вязание. Можно выдвинуть все иголочки в переднее нерабочее положение. Плотность вязания устанавливаем на 1 или 2 единицы больше и провязываем соединительный ряд. Все, соединили. Снова возвращаем плотность
на рабочую. Дальше вяжем полотно. Смотрим, чтобы у нас нигде ничего не зацепилось. Да, здесь надо было еще подвешать грузики. Я придерживала рукой. Итак, провязали несколько рядов. Я думаю, этого нам хватит для того, чтобы понять, что у нас получилось. И сейчас вот эту бросовую ниточку можно убрать. Я сейчас покажу, как она убирается очень легко. Если у вас ниточка еще будет шелковистая, то сделать это очень просто. Смотрите, вот здесь вот ниточка у нас закончилась, то есть эта нить выходит из крайнего ряда. С обратной стороны нам нужно вот эту крайнюю петельку надрезать. Здесь аккуратно, только крайнюю петельку. Вот так вот подрезаем. И если ниточка у вас шелковистая, она очень легко выдернется из вязания. Все, бросовую ниточку я убрала. И смотрите, как легко все, что у нас здесь было связано, убирается. И вот что у нас получилось. Вот видите, как красиво планочка соединилась. Сейчас я уберу нить из каретки. И срежу полотно с игольницы. Вот смотрите, вот такая получилась планочка. То есть красивый край изделия. Так можно оформить низ изделия, рукава. Вот. Это можно сделать при помощи открытого набора. Сделали набор бросовой ниткой, чтобы у вас остались открытые петли. И потом, после того, как провязали необходимое количество рядов, подняли петельки, и у вас получится вот такая планка. Итак, осталось нам оценить, что же у нас получилось, чем отличаются эти наборы. То есть смотрите, вот этот набор — это при помощи обвития. Посмотрите, край получается эластичный, хорошо тянется. Второй набор — при помощи косички, то есть край получается вот с такой косичкой по краю. И этот набор уже менее растяжим. То есть перед тем, как решить, каким набором вы будете начинать свое изделие, оценивайте, что вы хотите получить. То есть, соответственно, растягивающийся край, эластичный, либо вот такой вот стабильный, который никуда не тянется. Ну и, конечно же, вот этот вот открытый набор, набор с открытыми петлями. Для того, чтобы получить вот такую планочку, надо набрать сначала бросовой нитью, провязать несколько рядов, чтобы у вас получились открытые петли. Как вязать планку, мы рассмотрим в следующих видео, потому что там есть свои тонкости. Это я тут просто показывала, как соединить вот эти вот ряды и продолжить вязание. Надеюсь, эта информация была для вас полезна. Я постаралась показать как можно более наглядно все способы. Надеюсь, что вы все поняли. Если вдруг у вас возникли какие-то вопросы, обязательно задавайте их в комментариях. Не забывайте подписаться на канал. Будем осваивать машинное вязание вместе. С вами была Юлия и мой факультет рукоделия. Пока-пока!